Здравствуйте. Привет, привет. Здравствуйте. Вы молодежь воспитываете? Да, вот сейчас только лекцию читаю. Правильно. Ругаю нынешнюю власть с матерком, а я и вас ругаю. Хорошо. Да. Инфляция. 5,8% инфляция. А вот, понимаешь, а вот у меня там гробовые лежат, там процент 3,5. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, вот еще таким методом обтирать людей. Как может инфляция быть выше вот этого процента? Объясни, бабушке. Так, ну, все, тебе или еще добавить? Хватит, да? Можно добавить. Видишь, я как разволновалась. Ну, не волнуйся. Да как же? Понимаешь, обидно, досадно. Такая огромная территория, такие богатства. И люди сидят, сколько там процентов без газа. Деревни исчезли с картой. Ну, это же позор. Мне плакать хочется. Так я про это и говорю. Врать-то сколько можно? Вот ты посмотри, вот я простая русская бабка. Вот, вот повторю, из деревни Тамбовской области. Вот смотри, вот что же получается. Значит, вот в стране много лет воруют, врут и Богу молятся. Это человеку как понять? Это какому Богу молятся? Что у Бога просят, скажи мне, когда миллиарды, миллиарды. Ну вас всех нахрен.